Надо держать как бы оборону страны и гнать американские и прозападные войска от нашей границы, которые, начиная с прошлого века, да и, наверное, на протяжении всех веков, пытаются покорить Россию, а им это не по зубам. Сколько играть в игры с Западом? Надо тоже как-то отвечать. А вот это все, конечно, ну, с волками жить по волчьи выть, так сказать. Такую великую страну нас постоянно пытаются унизить, задвинуть куда-то. Надо все-таки, как говорится, ну все, хватит терпеть. Надо это, вести себя гордо.